Стандартный подход к анализу опухолевых или редких популяций внеклеточных нановезикул методом проточной цитометрии предполагает последовательные этапы выделения и мечения антителами. Однако этот метод недостаточно чувствителен для обнаружения самых редких популяций в общем пуле плазматических внеклеточных нановезикул. Нами разработан метод для неспецифичного мечения мембран внеклеточных нановезикул прямо в плазме крови и последующего выделения нановезикул и очистки их от примеси на хроматографической колонке, называемой гель-фильтрацией или эксклюзионной хроматографией. Липофильный краситель DIO слабо флуоресцирует в свободном состоянии и имеет яркую флуоресценцию, будучи встроена в мембрану. За счет схожести химической структуры с мембранами клеток и везикул, молекулы красителя пассивно проникают в мембрану везикул, где им более выгодно находиться энергетически. В итоге окрашивается вся мембрана целиком. В сравнении с такой окраской при иммунном мечении виден менее интенсивный сигнал, так как антитела окрашивают только маркер на поверхности. Если это редчайшие маркеры, которые присущи всем биоматериалам рака на ранних стадиях, то методом проточной цитометрии этот слабый сигнал либо не будет обнаружен совсем, либо будет непригоден для количественной оценки. Для пробы подготовки окрашивание мембран внеклеточных нановезикул и выделения потребуются настольная центрифуга с охлаждением, центрифуга Vortex Multispin, весы аналитические, термошейкер. Для анализа окрашенных внеклеточных нановезикул и проведения прикладных экспериментов нужны гель-документирующая система, счетчик частиц, проточный цитофлуориметр. Плазму здоровых доноров размораживаем при 37 градусах Цельсия, осаждаем клетки, клеточный дебрис и другие крупные компоненты плазмы при 800 G и 1500 G, последовательно на центрифуге при плюс 4 градусах Цельсия. Выбираем супернатант, шприц. Пропускаем его через шприцевой полиэфир-сульфоновый фильтр с размером пор 220 нанометров. 2 мл полученной безосадочной плазмы оставляем при 37 градусах Цельсия. Одновременно готовим стоковые рабочие растворы флуоресцентного красителя DIL. Взвешиваем 1 мг на аналитических весах и растворяем в диметилсульфоксиде, интенсивно перемешивая. Полученный сток раствор можно хранить при плюс 4 градусах Цельсия несколько месяцев. Готовим рабочий раствор, разбавляя стоковый в 20 раз. К 2 мл подготовленной плазмы крови, нагретой до 37 градусов Цельсия, добавляем 2 микролитра рабочего раствора красителя и оставляем инкубироваться на 20 минут при 37 градусах Цельсия при интенсивном перемешивании. При этом молекулы липофильного красителя свободно проникают в мембраны и липофильные компоненты плазмы. Одновременно подготавливаем колонку для эксклюзионной хроматографии. Промываем фосфатно-солевым буферным раствором. Жидкость проходит собственным потоком. После окончания инкубации быстро осаждаем капли со стенок и крышки пробирки и немедленно загружаем еще теплую плазму в колонку. Принцип работы колонки для экскурзионной хроматографии заключается в следующем. Поры гранул-матрицы наполнителя заполняются мелкими частицами, такими как свободные белки, например, сывороточный альбумин, а крупные части раствора проходят между гранулами наполнителя. Только после этого вымываются белки из пор. Собираем 23 фракции по 500 мл. С 1 по 9 фракции выходит фосфатно-солевой буфер. С 10 по 15 фракции внеклеточные нановезикулы. Затем с 16 по 23 фракции остальные компоненты плазмы, меньшие по размеру в сравнении с внеклеточными нановезикулами. Далее необходимо проанализировать собранные фракции. Для этого используем три метода. Во-первых, качественная оценка интенсивности флуоресценции содержимого фракций. На иллюстрации видно, что с 1 по 7 фракции флуоресцентный сигнал отсутствует.
Окрашенные красителем компоненты плазмы присутствуют с 8 по самой последней фракции, однако наиболее интенсивные фракции видны с 9 по 17. Поэтому далее анализируем эти фракции, применяя метод дот-блотинга или вестерн-блотинга на наличие так называемого визикулярного маркера трансмембранного гликопротеина CD63. Больше всего CD63 во фракции с 13 по 16, однако с 16 фракции повышается концентрация альбумина, поэтому решено фракции с 10 по 15 объединить и использовать в дальнейших экспериментах. Размер частиц в данных фракциях подтвержден методом анализа траектории наночастиц и соответствует некроличным нановезикулам. В недавнем эксперименте определяли процент содержания везикул в плазме с наличием на поверхности их мембраны белка теплового шока HSP70, который часто экспрессируется на поверхности раковых клеток и происходящих из них нановезикулах. При определении стандартным методом проточной цитометрии иммуномечением обнаружилось всего 4,5% HSP70 положительных нуклеичных нановезикул, в то время как с помощью нового разработанного метода обнаружилось 9,5% HSP70 положительных нуклеичных нановезикул. То есть эффективность детекции сигнала на проточной цитометрии повышалась более чем в 2 раза. Это доказывает не только эффективность разработанной методики неспецифичного мембранного окрашивания, но и повышение чувствительности детекции сигнала редких событий в проточной цитометрии.